Приветствую, друзья. Это IT News на Tomiken Business. Меня зовут Диас Аркинов. Двуногий робот установил мировой рекорд в забеге на 100 метров. Компания Agility Robotics представила необычного двуногого бота под названием Кейси еще в 2017 году. И за 5 лет его усовершенствовали настолько, что робот установил рекорд Гиннесса в забеге на 100 метров. Кейси пробежал дистанцию менее чем за 25 секунд. И команда разработчиков заявила, что это первый двуногий робот, использующий машинное обучение для управления беговым движением на открытой местности. При создании инженеры вдохновлялись ногами страусов. И особая конструкция позволяет Кейси всегда оставаться в вертикальном положении и бегать быстрее всех. Для подготовки робота к скоростному забегу инженеров пришлось использовать сразу две нейросети из-за условий установления рекорда. Так, роботу было необходимо начать забег в положении стоя и закончить его в положении стоя. Из-за этого разработчикам пришлось использовать вторую нейросеть для удержания робота стоя. Как отметили инженеры, переход из одного состояния в другое – это самая сложная часть. Продолжим. Toyota выпустит компактный электрический седан, но пока только в Китае. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, близкие к Toyota, японский автопроизводитель уже к концу этого года планирует начать производство и продажи компактного электрического седана BZ3, построенного на аккумуляторах китайской компании BYD. Седан станет второй моделью в серии Beyond Zero электромобилей Toyota. Известно, что новинка будет размером примерно с Corolla, но с секцией заднего сиденья большего размера. Цена электрокара пока неизвестна, но один из источников сообщил, что стоимость модели составит 28 тысяч долларов. Это почти на 30% ниже, чем цена на Tesla Model 3 базовой комплектации. Создать компактный седан BZ3 удалось преимущественно благодаря тонким литий-железо-фосфатным аккумуляторам Blade, разработанным китайской компанией BYD. И по данным одного из источников, толщина стандартного модуля аккумуляторов Blade составляет порядка 10 сантиметров. Это примерно на 5-10 сантиметров тоньше, чем аналогичный литий-ионный блок. Ну и напоследок, в Стэнфордском университете разработали и создали прототип токенов для поддержки обратимых транзакций эфириума. Токены нового стандарта позволяют в течение короткого времени после транзакции оспорить ее и, возможно, восстановить статус-кво. Например, если у пользователя украли средства, он может подать запрос на замораживание этих активов. Затем децентрализованный суд одобрит или отклонит запрос. Обе стороны транзакции могут предоставить судьям доказательства для принятия справедливого решения. В случае кражи NFT процесс тоже будет несложным, поскольку судьи получат возможность заблокировать учетную запись того, кто в настоящее время владеет NFT. Что касается криптовалют, то возможность злоумышленника разделить активы и пропустить через сервисы микширования усложняет процесс обратимости транзакций. Для предотвращения этого разработали алгоритм, который обеспечивает процесс замораживания по умолчанию для отслеживания и блокировки украденных средств. Это обеспечивает блокировку достаточного объема средств для покрытия украденной суммы. По крайней мере, так обещают инициаторы.